Что я делаю? У меня создалось впечатление, что клинит тренажер. Я сейчас хочу его весь проверить. Клинит он и где клинит? И что с ним? Что-то сделать, что-то смазать. Везде должны быть удобства, чтобы все как-то делалось нормально. Чтобы все делалось нормально. Значит, я это снимаю и его сюда выдвигаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да.
Что мне дождик, что мне зной, что мне лень. Ну, когда вы не друзья со мной. Так, это мы уже. Просто убрать. Чемоданчик мне понравился. Чемоданчик понравился. Отнесу я его сразу на свое место. Что мне дождик, что мне знать? Ага. Ага. Кажется, ну вот и все. Смотрим. Трёт вот. Вот где трёт. Шарики я сделал. Угу. Что тут у нас? Тут особо не трет. Так, если отсюда.
То есть вот эта вот часть, я бы не сказал, что она трется, что она трется. А с этой стороны, да и с этой стороны. То есть она тут не трется. И это хорошо. А что у нас здесь? А вот здесь у нас, по-моему, побольше затир. О, какой идет затир. Вот тут трется. Трется. Не дается. И тут. И тут немножко трется. То есть вот так. Максимально сделаем. Здесь. И вот здесь трется. Вот тут. Здесь трется. Нет, ничего не трется. Трется. Нет, ничего не трется. Здесь что-то трется. Трется, мнется, не дается, нет. Тут. Так, вот здесь вот что-то у нас. Вот здесь вот что-то у нас. Не совсем бы. Не совсем бы. Если здесь ничего нету, то здесь у нас. То здесь у нас выступает «Будь здоров». И вот здесь вот как раз что-то и случается. Вот здесь надо бы этой самой болгаркой подработать. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Сделали.
Так, вот такую вот прокладочку одну сделали. Делаем вторую. Две прокладочки. Я их попробую вместо шарика поставить сюда. Или лучше всего. Тут шарики практически ничего не участвует. А поставить вот сюда вот. Поставить вот сюда. А чем закрепить? То есть их сюда только раз. Вот так. И закрепить. Чем закрепить? Закрепить ничем не выйдет. Закрепить ничем не выйдет. Попробуем без шарика. Да? Попробуем без шарика. Что у нас получится? Итак, начнем сборку. Главное, убрали отсюда вот все вот это вот. Где она? Чёрная? Где она терла? Ладно. А потом, если лень поборем, попробуем еще переделать, если не понравится. Ежели нам не понравится, что? Угу. Убираем отсюда эту штуку. Подвижем здесь. Нам надо здесь попылесосить. Да?
Пополизуйтесь. Везуще. Везуще, везуще. Когда мои друзья со мной? Вынем шарики. Три шарика отсюда. Три шарика отсюда. Они еще нам пригодятся.
Вытираем руки. Смазку произведем с салом лучше всего. Итак, смажем здесь. Смажем здесь. Далее мы смажем вот здесь. Смажем. Теперь вот тут особенно, теперь здесь с особой тщательностью вот здесь вот. Тут трется больше всего. И вот здесь. Так, смазали. Смазали. Ну, как говорится, начнем сборку. Все. Так, и наше ноу-хау. Ноу-хау — это вот эти вот штучки. Раз сюда. Два сюда. Вот они. Как я думаю, тут будет минимум трения. Причем без вот этих вот вкраплений, которые шарики делали. Тут особо никакого трения нет. Было немножко здесь и было сильно здесь.
было сильно здесь. Возможно, возможно, вот сюда вставить эти штуки, а не туда. То есть я думаю, что вот это будет держать, чтобы это не гуляло. Это здесь держит, а вот здесь и здесь ничего не держит. Может, сюда поближе это сделать, а там хрен с ним, а? Как вы считаете? И тут она так будет. Наверное, так лучше будет. Тут как раз оно идет. Подъем, это сжатие, это распирание. Наверное, здесь будет даже лучше. Можно было там шарики оставить. Ну, ладно. Попробуем без шарика. Итак, наша задача теперь. Эту мы вставили. Потом его так. Надо подбить чем-то. Ладно, потом подобьем. А пока вот этот. О, этот хорошо зашел. То есть здесь уже играет значение малейший перекос. Когда вы поднимаете большие веса, то вам важно стронуть это все с этого, с места. И вот это вот малейшее, как бы сказать, за это закусывание, оно препятствует этому процессу. О, вот теперь все пошло так, как надо. Можно сказать, аппарат готов. Руки протрем. Попробуем без любой оса. А потом можно с каким-нибудь весом как-то сделать, дабы посмотреть, что и как. А здесь я что-то уколол просто сильно. Ну. Держится.
сердце нигде закусывания нет. Здесь пошире, поуже. Вроде как тут плотнее прижимается. Плотнее прижимается. Ну ладно, попробуем. Лениться не будем. Настал момент пробы, 700 килограмм. Посмотрим, что и что и как. Как говорится, 700 килограмм вес солидный. Что мы почувствуем? Ну что, опробуем. Ну, как говорится, вроде как лучше, мягче, ничего там не затирает, не притирает. Закончили. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.